Всем привет, дорогие друзья, с вами Докерс, это DZ Standalone, и наконец-то мы дождались выхода патча 0.60. Дождаться мы дождались, но попасть на него сейчас, в данный момент, невозможно. Поэтому, что я могу сказать? Давайте посмотрим, пока вот видите, новый, как бы, главное меню у нас новенькое изменилось чуть-чуть, заставочка у нас новая. Картинка Новодмитриевска вроде. Вот. Давайте посмотрим настройки, в принципе. Ну, чуть-чуть не такой интерфейс, как был там вот этими буквами. Надо было самому-то там добавлять. Не такой интерфейс. Похож, но не такой. Вот, в общем, что я могу сказать. FPS в главном меню у нас 133. 117. 130, в общем. Так, ну давайте посмотрим, что у нас, что может еще поменяться. Может, новых персонажей каких добавили, может, еще что. Давайте мужчин посмотрим. Так. Нет. Это старый. Но я думаю, вроде об этом ничего не говорили, поэтому навряд ли, что есть какие-то новые персонажи. Но все равно давайте посмотрим. Так, женщин. Нига-нига. Так, ладно. Это были, эти все были. Вот так. Ну, вроде никого нету, да? Угу. Давайте выберем тогда. Кого обычно выбираем? Так, не этого. Не этого. Одежду, я думаю, смысла нет смотреть. Так, это у меня со старых патчева. Со старого патча получается. 59-го персонажа еще остался. Но его сейчас, если я буду даже заходить на 60-й патч, его там не будет уже. Давайте зайдем в сервера. А, блин, не сервера, вот сервера. Да, изменилось. Когда буквы мы вводили сами, новый интерфейс, не было показано ни пинга, ни количество игроков. В данный момент мы видим количество игроков, время. Ну, в общем, все как положено, все как нужно. Так, давайте обновим. Попробуем мы сейчас найти сервер. Я так понял, сейчас всего два сервера, как бы, находятся здесь. Вот. Это вот, которые были там, тест, да, вот в группах во всех там. Вот тест патча 0.60. Так они и остались, они запаролены. Так что, дорогие друзья, пожалуйста, ну не лезьте вы пока. Ну подождите, посидите, потерпите вы до стабильной версии, чтобы вы не разочаровались в ей, в этой игре очередной раз. Не стоит качать ее сейчас, там, ползти, блин, я не знаю, просто... Потому что сейчас, если даже вы ее скачаете, не мы, а пиндо... Ну, в общем, народу дохренища желающих посетить патч 0.60. Поэтому туда попасть очень сложно. И я думаю, не стоит вам сейчас пока качать. Дайте, как говорится, разработчикам доделать все нормально. Я понимаю, ждали все этого очень долго. Все хотят уже, в конце концов, хороший FPS, поиграть на новом рендере. Посмотреть новые вещи. Вот, видите, 0.60 патч, тест 10, да? Допустим, 50 человек. Никто сейчас не играет. Все, кроме этих серверов нету никаких. Поэтому, ну, давайте попробуем зайти. Так, чисто ради любопытства. Ну, вот, видите, у нас требует пароль. Пароль. Какой может быть пароль? Ну, давайте тест. Тест. Ну, вдруг. Не знаю. От 1 до 9 у меня не подошло, поэтому давайте попробуем тест. Мы же не знаем пароль, правильно? А, вот, видите, новая заставочка какая красивая. И у нас выскакивает вот такая ошибочка, то что пароль у нас неверный. Читая в группах, люди пишут, что какая-то ошибка вылетает, еще что-то. Ну зачем вы лезете? Ну подождите, потерпите. Так что... все, уже новые предметы выкладывают. Удочка новенькая. Нифига себе. А, ну патч обновился на... Сколько получается, считай, гиг и 9... Можно сказать, на 2 гига. Вот. Так что, если вы хотите видео по DayZ Standalone, ставьте пальцы вверх. Я надеюсь, вам понравилось это видео.
Еще раз ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите новых видео. Всем спасибо, всем пока. И пожалуйста, люди.